Уважаемые жители Ульяновской области, дорогие ветераны, в сердце каждого человека День Великой Победы занимает особое место. Миллионы людей бились насмерть за то, чтобы сегодня мы с вами жили под мирным небом, растили детей и могли созидать во имя будущего. Этот праздник поистине со слезами на глазах. Ведь для каждой семьи война – это личная история о вернувшихся с полей сражений бабушках и дедушках, о тружениках тыла, о родных, прошедших ужасы концлагерей и блокады, о детях, чье детство пришлось на страшные военные и тяжелые послевоенные годы, о тех, кого война отняла навсегда. По крупицам воспоминаний мы собираем рассказы, которые сегодня передаем вместе с драгоценными фотографиями и фронтовыми письмами детям и внукам, чтобы сохранить связь поколений, чтобы помнить. Время неумолимо. Все меньше рядом с нами тех, кто знает о той войне не понаслышке. Их ратный подвиг становится легендой, уходит в века. И наш священный сыновний долг сделать все, чтобы ныне живущие ветераны каждый день и час чувствовали нашу любовь и заботу. Наш долг – сохранить память об ушедших, передать нашим детям и внукам истинную правду о наших героях, о тех, благодаря кому мы живы. Не дать кому-то возможность переписать историю нашей страны. Уважаемые ветераны, примите нашу глубокую благодарность за ваш боевой и трудовой подвиг, за стойкость, терпение и благородство. Ваше мужество – символ несокрушимой силы духа и образец для подражания. Совсем юными вы стали на защиту своей страны, остановили захватчиков, сделали нашу родину несокрушимой, сохранили для нас право на мирную жизнь. Спасибо за то, что сегодня вы с нами, за то, что ваша мудрость помогает нам жить, строить, становиться лучше. Мы обещаем, что сделаем все, чтобы быть достойными вас. Здоровья вам, мира и добра. Дорогие ульяновцы, в 2020 году по решению президента России Ульяновску было присвоено звание «Город трудовой доблести». Тысячи жителей нашего края ковали победу в тылу, на заводах и фабриках, в госпиталях и за штурвалами комбайнов. Мы гордимся железной волей и несгибаемым характером наших земляков, которые сплотились плечом к плечу ради общего дела. Низкий поклон всем героям, на чьи плечи легла тяжелая ноша и великая миссия – сохранить мир во всем мире. С Днем Великой Победы! С праздником!